Мы начали подготовку полов к лакированию. Вот сейчас все подметаем, все швы подметаем Софией. Пылесосом не получается почему-то. Вот какие-то моменты подправляем. И сейчас будем лакировать. Эти полы очень будет красиво. Все высохло, все хорошо. Все прекрасно. И так я подметаю. Сейчас как раз подготавливаем. Вот это называется арт-бетон. Можно разные эти делать, разные рисунки можно делать. Все можно по-разному делать. Но самое главное, у нас эта София получилась, и я вообще кайфую. Оказывается, такие вещи, шедевры можно создавать. Вот стены еще мы до стены не дошли. Стены, наверное, только штукатурить пока будем в этом году. Я не знаю, что у нас дальше будет. Эту стену мы еще, конечно, поправим. Вот краски нужно пока... Краски надо купить, пока денег нету на краски. Краски дорогие. Акриловые нужны. Вот.